Демонтаж бака Ford Transit. Вот так вот у нас длину идет. Вот один, одно крепление снимаем. На 13 головка. И короткий удлинитель в сторону. Хомут. Раз. И хомут вверху. Вот там вот два. Это быстрее всего, что воздух. Потом вот эта штука. Раз. Второй крепеж. И второй крепеж два. Потом, когда снимем, покажем, где эти шланги. Потому что мы впервые. А вот номер самого бака. Кому нужно? Номер самого бака. Ford Original 5-го года. Все, идем дальше. Значит, демонтировали мы этот бак. Ford Transit. Значит, он состоит вот такое вот строение его. Он такой длинный. И вот такой, как гробик. Он на гробик похож такой. Вот. Отличается вытащенный модель. Нажимаешь, вытащил. Нажимаешь, вытащил. Смутило нас, что солярка потекала, он мокрый. Такой, как бы он вот такой должен быть сухой. Это мы тут вот такой он был, вот видите, вот пролитый. Как будто в нем где-то течка это была. А мы предполагаем, что вот заглушено. Вот заглушка тут такая, вот заглушили. Вот. А здесь вот такая вот, как будто обрезанная каким-то острым предметом. Вот это должно вот идти. Вот. И по сути должно соединяться вот с этой штукой, вот с этой бембой. Вот. Вот так вот оно должно быть. И оно потекало, и видите, как оно здесь все залило здесь. Вот. Вот. Одна была дуга, это крепеж. А вот вторая. Между ними вот такие вот мягкие такие гуски, короче говоря. Так. Ну и бак сам. Это просто воздух. Выходил, когда полный. Вот, развоздушка. И тут этот уровень. Вот датчик, уровень топлива. Мы тоже его потом разберем. Может быть, коротенькое видео сделаем, потому что, ну, я думаю, что не сильно будет от модели отличаться. Думаю, это все-таки разница какая-то есть, потому что фишки уже разные. Эти разъемы все. Здесь вставляется фишка разъема. Да, фишка, да. Да. Так что модификация разная здесь. Короче, мы его снимем на видео, как, ну, помоем его, когда уже мы его, вот такой сейчас он грязнющий, вот такой, вот, помоем его и потом уже увидим, как бы, что там, что внутри будет и дадим видеоотчет. Это Ford Transit 2.0 TDCi, двигатель FMBA, такой же, как на Mondeo, один в один, все, с такой же топливной аппаратурой. Что мы здесь по нему сделали? Мы по нему поменяли... Ремонт топливной аппаратуры мы сделали, поменяли два подшипника в насосе, большой, маленький, два сальника, подкачку, все кроме вала, вал идеальный. Вот, насос до этого, видно, делался. Что мы еще обнаружили? Вот там вот стоит две канистры, вот там, раз, два. В маленькой канистре, это уже, которая последняя солярка, вот в ней очень много было песка, именно конкретно песка, как будто вот на пляже песок. Вот, и, видимо, человек... Насос делался из толков. Насос делался из толков. Поменены резинки, поменена была подкачка, и сальники... Сальники не выпрессовывались, точно, да, только? Значок из толков. Ну, тот, как уж не обижается от нас, я думаю, что машина поехала дальше от из толков шеи. Куда-то поехала дальше и, короче, попала на, ну, короче, на песок. Человек, видно, заправлялся от кого-то с фуры, предыдущий хозяин. А этот парень уже как бы начал делать ремонт. То есть уже сделал ремонт. Вот так вот. В принципе, ну и 4 форсунки тоже ремонт. Замена распылителей, замена клапанов мультипликаторов. Вот. Потом мы покажем все распечатки в конце. Не забудем, что по насосу, как насос прошел. Какие тесты прошли форсунки. В принципе, все. Все, в принципе, сказал. Вот такой вот бак. Все, ребята, всем удачи. Пока. Мы еще потом допишем видео, как я сказал, как он будет помытый. И что внутри там было. Все, пока. Помыли мы бак. Вот в таком состоянии внутри. Вот такое состояние такое у него, чистенький. Было стружечки чуть, а сейчас стружечки уже нету. Сейчас он чистенький у нас, мое
Помыли сначала солярочкой несколько раз, теперь помыли его несколько раз бензином. Вот все остатки. Это то, что было, черные сальники, когда прорвало. Вот так вот, ребятки. Так что все будет хорошо.